К месту пожара вылетел вертолет МЧС России из Оренбурга. С помощью авиации сотрудники ведомства проведут разведку и будут тушить отдельные очаги возгорания с воздуха. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного 6 октября примерно в 14:29. Сотрудники подразделений, которые прибыли на место, установили, что в 37-м квартале Самарского участкового лесничества горит валежник и порубочные остатки на площади в 0,18 гектар. Площадь, которую охватил огонь, на тот момент составляла 9,5 гектаров. Тушение пожара затрудняло то, что его очаги располагались в труднодоступных местах, поэтому пожарным приходилось использовать ранцевые огнетушители. На данный момент происходит отдельное очаговое горение, происходит проливка, протушивание отдельных очагов. На месте вызова работает группировка сил и средств в количестве 260 человек личного состава и 60 единиц техники. Работы по тушению огня организованы в тесном взаимодействии всех оперативных служб с администрацией Самары и Красноглинского района. По поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко к месту происшествия направили всю необходимую технику и сотрудников муниципальных предприятий, а также работников ресурсоснабжающих компаний. Городом приняты всевозможные меры для тушения данного возгорания. На сегодняшний день и момент сюда уже пригнано дополнительно 6 бойлеров. Вот 2 от СКС, 3 от МП «Благоустройство», 1 с Волжского района прибыл. Также здесь будет в двух местах организовано добровольное питание пожарных. Общими усилиями удалось избежать распространения огня на жилые строения. Сейчас такая угроза отсутствует. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Мы будем следить за развитием событий. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.